Здравствуйте, дорогие друзья! Со всех сторон я слышу о пользе утренней зарядки и физических упражнений вообще. Но, откровенно говоря, максимальную физическую нагрузку, которую хочется сделать после пробуждения, это подойти к будильнику и переставить его на более позднее время. Стоит ли тратить такое драгоценное утреннее время на физические упражнения? Кому и зачем нужна утренняя гимнастика? Отвечать на вопросы сегодня будет наш эксперт, специалист в области физической культуры и спорта Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем нужна утренняя зарядка? Вот само слово «зарядка», оно какие ассоциации у вас? Батарейку заряжаем. Нужно зарядиться. Да. Перед началом нового дня нужно как-то перейти от состояния сна к состоянию бодрствования. Так. Чтобы понимать, что нам делать на зарядке, нам нужно понять вообще, что происходит с организмом, когда он спит, когда мы спим. Так. Когда мы спим, все органы и системы работают в таком очень щадящем режиме. И нам нужно его пробудить. Нам нужно проснуться самим, открыть глаза и пробудить наш организм. Что нужно сделать? В первую очередь, перед тем, как вставать с кровати, нужно потянуться. Наши мышцы, наше тело находится практически 8 часов без движения. Происходит застой крови. Мы нуждаемся в том, чтобы как-то начать день. Не резко перейти к активным действиям, бежать куда-то или что-то делать, а нужно организм подготовить. То есть должен произойти процесс легкого, постепенного, спокойного пробуждения. Да, и желательно, чтобы оно было приятным. Интересно. Потому что зачастую пробуждение связано с не самыми лучшими ощущениями. Хочется поспать, как всегда, не хватает времени на сон, да? А вы мне сегодня раскроете секреты, каким образом пробуждение может стать приятным? Да, конечно. Я расскажу то, что сам делаю, и думаю, это будет полезно. Отлично. Для начала хотелось бы сказать о том, что пробуждение нужно начинать еще в кровати. Есть ряд движений, которые было бы полезно сделать еще до того, как вы встанете с кровати. И это в основном связано с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нижними конечностями, с ногами. Я не знаю, какова публика наших телезрителей и кто нас смотрит, но представляю, что многие из них могут иметь или излишний вес, или какие-то проблемы с ногами. Каждый из нас какие-то имеет проблемы, и это сегодня нормально в нашем мире. И дело в том, что если сделать ряд простых упражнений, то можно уменьшить риск возникновения травм. Если быстро подскочить и вскочить на ноги, то есть риск получить травмы. Допустим, будильник зазвонил, да? Ты подрываешься и бежишь, и бежишь куда-то. Вы так не рекомендуете делать? Нет, я так не рекомендую так делать. Я рекомендую, еще будучи в кровати, сделать несколько вытягивающихся движений, так. То есть потянуться, затем расшевелить и увеличить подвижность в голеностопном суставе. Как это можно примерно, вот как это сделать можно? Ну, что можете сказать? Да, это простые движения в голеностопном суставе, приведение, отведение стопы, можно круговые движения сделать на одной и другой ноге. Потом переходим к коленному суставу. То есть дальше мы переходим на коленный сустав и начинаем его пробуждать. Так. Нужно сделать несколько простых движений, сгибания, разгибания в коленном суставе, подняв ногу вверх. Затем на одной и другой ноге, соответственно. Затем перевернуться на живот и сделать немножко таких укрепляющих движений. Здесь нужно положить голень на икроножную мышцу другой ноги и, сопротивляясь одной ногой, сгибать другую. Сделать буквально 10-15 повторений. Уникальность движения в том, что мы сами не создадим себе такое напряжение, такое сопротивление, которое нам может повредить. То есть здесь исключен риск травм каких-либо. Таким образом, наши суставы приготовятся к тому, чтобы ощутить нагрузку. Интересно. Это очень важно, если человек имеет избыточный вес. Потому что если человек не имеет лишнего веса, ну, допустим, масса тела
ну, нормально. Нагрузка, соответственно, меньше. Да, нагрузки меньше, а если есть излишки, то нужно ноги к этому нужно готовить. Нужно готовить и пробуждаться правильно. Да. И с улыбкой. Да, следующее, что мы можем сделать, это выпить стакан воды. Так. Это поможет пошире открыть глаза, так скажем. Хорошо. Это придаст нам свежести. Угу. Желательно проветрить помещение, потому что если, допустим, на улице холодно, то в помещении накапливаются, и окна закрыты, в помещении угу. накапливаются выхлопные, ну не выхлопные газы, а... отработанные наши, да. То, что мы дышим. Да, углекислый газ и все, что мы выделяем через дыхательную систему. Угу. Соответственно, мы проветрили помещение, и основное, что нам нужно сделать, это пробудить позвоночник. Угу. Потому что руки у нас в течение дня постоянно активные, мы что-то делаем, берем, перекладываем, угу. печатаем, что угодно. Руки у нас активны. Ноги мы уже подготовили, можно сказать. И остается очень важный момент такой, это пробудить позвоночник. Угу. Отсутствие подвижности в суставах. Длительное время приводит к застоям, нужно это все расшевелить, нужно зашевелить каждый позвонок, так. каждый межпозвоночный диск, чтобы пришла кровь, чтобы позвоночник напитался всем необходимым и был готов к началу дня. А как это сделать? Очень просто. Нужно использовать простые движения, которые возможны в нашем позвоночнике. Попробуем. Давайте сейчас попробуем. Нужно усесться поудобнее. Так. Мы будем делать наклоны головы вперед и так. отведение головы назад. Так. Для отведения головы назад нам угу. нужно зафиксировать шею, потому что это такое специфическое движение. Я слышал, что назад нельзя делать упражнение головы. Да, есть некая такая небезопасная ситуация в этом моменте. Угу. Но об этом мы чуть позже поговорим. А вот так вот можно, получается, да? Так мы, получается, не даем голове откинуться слишком Все, далеко. Я понял. И хорошо, тогда я попробую. Тем самым страхуя себя. Хорошо. Так, делаем наклон вперед. Угу. Мы можем даже помогать голове. Угу. Вес рук будет растягивать наши мышцы и наклонять голову ниже. Задержались, теперь выпрямляемся и отводим голову назад. Небольшое отведение назад, задержались и опять наклоняемся вперед. Угу. Задержались и опять выпрямляемся. Ну да, так, посветление. Здесь можно немножко поменять движение и сделать наклоны немножко по диагонали. Без отведения назад. Угу. Посмотрите еще раз. Угу. Здесь у нас акцент идет на трапециевидную мышцу. Я думаю, вы почувствовали, как да, она натягивается. Да, да. Вот следующее движение – это простые наклоны в стороны. Вправо и влево. Тоже можно с задержкой. Желательно в этот момент быть расслабленным. И получать от этого удовольствие. Да. Получать удовольствие от растягивающихся мышц. Дальше нужно переходить к грудному отделу. Переходим. Нам придется встать. Договорились. Грудной отдел – это самый сложный отдел, который очень сложно зашевелить. И здесь нам на помощь придут плечи. Так. Делаем поднимание одного плеча вверх и опускание другого плеча вниз. Угу. Движения все плавные. Голова у нас ровно. Угу. Старайтесь не наклоняться в сторону, а именно что поднимать плечо вверх, а одно плечо вниз. Вот, теперь мы делаем то же самое, только одно плечо вперед, а другое назад. Одно плечо мы ведем вперед, а другое назад. При этом туловище у нас ровно и движется только грудное отдел. Ага. А плечи нам помогают акцентировать внимание на грудном отделе. То есть, двигая плечами, мы шевелим грудным отделом. Теперь мы начинаем круговые движения плечами. Без рук. Вперед-назад, разница. Вот здесь нужно постараться и расслабиться, и в то же время продолжать делать движение. Теперь вперед. Постарайтесь как можно большую амплитуду в плечах. Я уже прямо представляю, как я буду завтра это делать. Отлично. В принципе, грудной отдел немножко зашевелили. Так, есть теперь поясничное ощущение, отдел. Да.
Поясничный отдел, здесь мы делаем наклоны вперед. Пошло тепло. Наклоны вперед и наклоны назад, и отведение, и прогиб спины назад с небольшой страховкой, руки на пояс. То есть скольжение руки до колена и выпрямление с небольшим прогибом. Никаких рывков резких, да, все делается плавно. При этом нужно продолжать дышать, делать это свободно, непринужденно. Мне нравится. Каждого движения достаточно 10-15 раз. Следующее – это наклоны в стороны. То здесь уже можно, здесь нужно рукой дотянуться до колена. Вот эти группа упражнений в основном на что направлена? На пробуждение какой здесь части? Наша цель – это пробудить позвоночник, это зашевелить позвоночник. Это основное. Теперь нам нужно растянуть мышцы спины. Работать мы будем с мышцей, которая называется выпрямитель спины. Она находится на протяжении всего позвоночника и выпрямляет его. Она крепится на затылке, и нижняя ее часть крепления – это крестец. Крестец. Вот, с ней будем работать. Нам нужно ее растянуть. Для пробудить. Этого, растянуть. Значит. Хорошо. Для начала нам нужно сделать скручивание. Как это делать? Постепенно, включая каждый отдел позвоночника, начиная с шейного, затем грудной и поясничный. Так, хорошо. После этого в обратной последовательности нужно будет выпрямиться. Ну, в общем, это выглядит так. Расслаблены. Так. Спокойно дышим и начинаем скручивание. Подбородок тянем к грудине. Шейный отдел закончился, грудной, поясничный. Остановились и обратное движение. Расправили плечи, вдох. И на выдохе пошли опять. Загибаем. Подбородок к грудине тянем. Замерли. И плавно выпрямляем. Можно сделать приблизительно 5 скручиваний. И закончить нужно будет обязательно растяжкой. Так. Мы выпрямляемся, мышца напрягается. Нам нужно закончить тем, чтобы она была расслабленная. Соответственно, мы должны будем скрутиться и потом перейти в ровное положение, не напрягая эту мышцу. Хорошо. Как это сделать? Мы делаем скручивание. Так. Замерли. Так. Мышца растягивается. Теперь сгибаем колени, оставаясь в таком же положении. Мышца расслаблена. Отталкиваясь руками от колен, мы выпрямляемся. Выпрямили спину и, отталкиваясь руками, помогая коленям, встаем. Опа. Вот. Хорошо. Можем повторить? Работает, повторяем. Закрепляем. Замерли. Сгибаем колени. Выпрямляемся. И встаем. Хорошо. Вот и все. Спасибо. Это основные действия, которые помогут зашевелить позвоночник, наполнить его жизнью и энергией. Спасибо. Как ваши ощущения? Ощущение бодрости, действительно, я думаю, что завтра я попробую это, потому что я научился делать зарядку, я научился прыгать, скакать после пробуждения, но я не научился еще качественно просыпаться. Я понимаю, что это очень важно. Зачастую люди сильно загружают утренние гимнастики, утренние пробуждения тем, что делают много силовых упражнений. И они теряют вот эту легкость и хорошее самочувствие утром. Мы сейчас с вами говорили про зарядку о позвоночнике, но многие практикуют бег по утрам. Какие плюсы или минусы этого вот направления? Все зависит для позвоночника, там, для всех остальных. Все зависит от того, когда начинается бег. То есть, если мы проснулись и сразу побежали, это не самый лучший вариант, хотя многие так делают, и я иногда так делал. Дело в том, что все зависит от того, как человек, как он себя ощущает. Какое его состояние. После пробуждения, да? Да, если человек тяжело проснуться, то
Может быть, бег сразу это будет не лучшее занятие. Uh-huh, uh-huh. Лучше включить легкую прогулку. Она не принесет никакого вреда утром, она поможет проснуться на свежем воздухе, прогулка. А вот бег, ну, опять же, тоже можно по-разному бегать. Uh-huh. Можно... Мы один раз с приятелем утром пошли на пробежку и бегали в лесу. Это было время, еще было темно. Uh-huh. И в кустах где-то хрустели ветки, мы испугались и очень быстро побежали. Знаете, ну, не самый лучший был эффект. То есть равномерно, размеренно, по чуть-чуть. Бег трусцой, можно сказать, такой как бы положительный для утреннего бега, кто уже практикует это? Если мы посмотрим на солнце утром, оно не резко поднимается на 12 часов. Да. Оно постепенно, плавно поднимается на небе. Угу. Так же все в этом мире. Все имеет свое время, постепенность и размеренность. И поэтому во всем есть своя красота, да? Я бы рекомендовал, чтобы утренние пробуждения были плавными и постепенными. Чтобы это не были резкие нагрузки, которым организм утром не готов. Владимир, спасибо. Вы очень много сегодня мне показали. И у меня последний вопрос. Сколько времени нужно заниматься, чтобы получить эффект? Вот утром, вот сколько времени в среднем занимает процесс пробуждения? Вы сразу почувствуете. Угу. Можно остановиться, когда вы почувствуете этот эффект. Дело в том, что не всегда просыпаешься с одинаковым состоянием. Иногда нужно больше времени уделить упражнениям, чтобы привести организм в порядок. А иногда достаточно буквально 10 минут, и можно дальше двигаться. Спасибо. И последний вопрос, еще последний мне пришел на память. Многие говорят, что зарядку можно делать с вечера. Бывает ли такая практика? Ну, если понимать, что такое сон и что происходит во время сна, то зарядка нужна утром. Угу, угу. Но можно сделать некоторые действия, которые с вечера, которые помогут подготовят. Нам подготовить. Может быть, приготовить стакан воды рядом с собой. Лучшая зарядка, да? Лучшая подготовка, да, к сну. Да, и если мы делаем по вечерам растяжку, то это тоже поможет нам утром пробуждаться с хорошим самочувствием. Владимир, какие вы можете сделать итоги и дать рекомендации телезрителям? Вот по утреннему пробуждению. Ну, как вывод, можно сказать, что нам необходимо пробуждение. Наш организм нуждается в том, чтобы плавно перейти от состояния сна к состоянию бодрствования. Это можно начать уже в постели, приготовив ноги. Нам необходимо особое внимание уделить позвоночнику, потому что он долгое время находится в неподвижном положении. Угу. Также здесь важно включить и должное проветривание помещения. Стакан воды утром поможет нам проснуться и зарядиться хорошим настроением на весь день. И пробуждение должно быть приятным. Приятным. Безусловно, это должно быть наслаждение, а не тренировка, когда мы ощущаем усталость и забитость мышц. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что уделили время и рассказали столь много полезного. Я думаю, что завтра я попробую это все применить и буду ощущать себя по-другому целый день. Спасибо. Пробуждение – это комплекс, который помогает организму перейти от состояния сна к активному бодрствованию. Проснуться утром вам поможет стакан чистой теплой воды. Откройте окна, чтобы кровь насытилась кислородом. Подготовьте суставы ног прежде, чем встанете с постели. Не стоит включать интенсивные силовые упражнения в утреннюю разминку. Утренняя активность должна быть плавной и постепенной. Уделяйте особое внимание растяжке и упражнениям для позвоночника. И будьте здоровы!